Студия АТВ представляет проповеди шейха Хамзы Юсуфа. Затем он рассказал второй хадис, переданный Анасом, рази Аллаху анху, со слов Абу Хамзы. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Красоту ислама постиг тот, кто заботится о том, что касается непосредственно его, не лезет ни в свое дело». Один мужчина однажды спросил имама Шафии: «Сколько тебе лет?» Имам Шафии ответил: «Займись своим делом». Мужчина ответил: «Я ведь всего лишь спросил о твоем возрасте». На что имам Шафии ответил: «Я спросил то же самое у имама Малика. Он ответил мне так же». Среди ученых есть традиция передавать этот хадис. Каждый ученый говорит: «Займись своим делом». Имам Аль-Газали сказал: «Дело ученого – это наука. Дело механика – чинить разные вещи, а доктора – заботиться о здоровье. Займись и ты своим делом, занимайся тем, чему тебя учили, но не лезь туда, где ты некомпетентен». Один салаф проходил мимо красивого дома и спросил: «Машаллах, чей это дом?» Ему ответили, и он заплакал, потому что он спросил о том, что его лично не касалось. Таковым было понимание этими людьми их языка. Сейчас столько людей, которые сидят в интернете, комментируя ученых и определяя, что разрешено, а что запретно, определяют, кто мусульманин, а кто нет. Мы живем в такое время, когда люди не занимаются своим делом. Они занимаются чем угодно, только не своим делом. Займитесь своим делом. Я был шейхом у Сауи в Калифорнии. К нему с вопросом обратился мужчина, и когда шейх ответил, мужчина возмутился и процитировал часть аята: «А те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, они и есть неверные». Коран, сура 5, аят 44. Шейх спросил, зная Коран наизусть: «Машаллах, не могли бы вы мне напомнить, какой аят до и какой аят после того аята, который вы процитировали, так как я хочу знать контекст?» Мужчина не ответил. Тогда шейх спросил: «Брат, чем ты занимаешься?» Мужчина ответил: «Я автомеханик». Шейх сказал: «Тогда чини машины, потому что говорить об Аллахе, не обладая знаниями, это самый серьезный грех». По мнению Ибн Кайим Аль-Джаузия, говорить об Аллахе то, чего не знаешь, хуже, чем многобожие. Это одна из последних тем, затронутых в аяте, потому что это худшее, что ты можешь сделать. Ширк – это, по сути, говорить о Боге то, что тебе неизвестно. Поэтому подобное и относится к ширку. Но это происходит, ведь очень многие даже не сидели в компании ученых, а религия должна быть защищена. Займись своим делом. Займись своим делом. Какова твоя цель? Чем ты занимаешься? Подумай о том, что касается непосредственно тебя, а не о тех вещах, которые волнуют других.